У вас как состояние? Нормально. Во время столкновения водитель Kia разбил себе лицо и был не словоохотлив. Его пассажирка пострадала серьезнее. Приехавшие на место медики госпитализировали женщину. Своей версией о том, как произошла авария, поделилась автоледи, управлявшая BMW. Говорит, она ехала по улице Карла Маркса в сторону Кремля. Kia двигалась ей навстречу. На перекрестке с Епеева вдруг резко стал поворачивать налево, перегородив девушке дорогу. Мы же на зеленый едем. Смотри, две машины тоже навстречу ехали. И меня было видно, то есть я не знаю, зачем он так сделал. То есть он вас не пропустил и налево пошел? Да, причем он на скорости вот так заезжал. После удара BMW развернула на 90 градусов, а Kia выбросила с дороги, после чего корейская иномарка врезалась в стену дома и остановилась. Благо, людей на тротуаре в этот момент не было. Ущерб, причиненный автомобилем, достаточно серьезный. Есть ли смысл восстанавливать машины, скажут эксперты после оценки повреждений. Юлия Гоголь, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.